Раньше Солнечногорское ПТП отправляло свои микроавтобусы Mercedes-Benz на ремонт и техобслуживание в Москву. Недавно на предприятии открылся свой сервисный центр. Он имеет региональный статус, то есть может обслуживать не только солнечногорские Mercedes-ы, но и иногородние. Центр проводит диагностику двигателей, ходовой части и тормозной системы, шиномонтаж и многое другое. Персонал центра, прошедший специальную подготовку, использует современное немецкое оборудование. Рабочие очень довольны тем, что получили новое оборудование, новые инструменты. То есть сейчас работать очень легко. Есть специальные стенды, где уже делается не как на глазок, как по старинке делалось, а все, соответственно, компьютером, диагностики и все, что этому полагается, прилагается. А это новые автобусы все той же фирмы Mercedes-Benz. В ближайшие дни они начнут работать на маршруте Солнечногорск-Москва. Салоны автобусов мягкие, комфортабельные и оснащены всем необходимым для удобства и безопасности пассажиров. Оборудованы автобусы, естественно, громкоговорящей связью внутри автобуса. Оборудованы они кондиционером, навигационной системой они оборудованы, чтобы даже если какой-то произойдет криминальный случай, их было легко найти, распознать и все остальное. В скором времени Солнечногорское ПТП получит еще не менее 10 подобных машин. А чтобы новая техника не теряла своего блеска, на предприятии введена в эксплуатацию новая автомойка. Она оснащена самым современным оборудованием. Средства на все эти новшества автотранспортное предприятие получило из областного бюджета.